Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, что же мы увидим в предфинальной серии пятого сезона шоу «От пацанки до панянки». В этот раз у девушек будет очень сложное испытание. Они буквально вернутся в детство, за школьные парты, и после уроков их будут забирать собственные мамы. Такая встреча будет очень тяжелая для всех участниц без исключения. А чтобы лучше понять друг друга и разобраться в ситуации, на помощь придут психологи проекта. Выяснится много шокирующих фактов, среди которых то, что у семьи Виктории и Снежки любовь можно было получить только за деньги. А Валерия Чича признается, что ее часто били. Плакать будут все и девушки, и их мамы. Смогут ли они простить друг друга? К тому же тяжелый выбор ждет и учителей школы Леди. Им придется выбрать троих финалисток, а значит две девушки покинут проект. Кто это будет, увидим в следующей серии.